Такси столкнулось с КАМАЗом. Погибла женщина. Ее супруг травмирован, сообщают новости Казахстан. Пожилая женщина вместе с мужем ехали в такси. Двигаясь по улице Газетная, водитель такси из-за гололеда не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с автомобилем КАМАЗ. Пенсионеры, сидевшие в такси, получили серьезные травмы. Пожилая женщина скончалась при госпитализации. Ее супруг находится в больнице, рассказал собеседник агентства. Юстиция отпраздновала День первого президента. В преддверии государственного праздника лучших сотрудников органов юстиции нашей области отметили почетными грамотами. Подвели итоги конкурса рисунков, в котором участвовали дети специалистов Департамента юстиции. Все подробности в следующем материале. Сегодня в Департаменте юстиции большой праздник. Здесь справляют День первого президента. В первый раз в истории Казахстана. За годы независимости республика проделала огромный путь под предводительством Нурсултана Назарбаева. На торжественном мероприятии говорили не только о фактах из биографии президента, но и о положительных изменениях, которые произошли за 20 лет в нашем государстве. И заслуга в этом лидера нации, подчеркнула заместитель начальника Департамента юстиции Нургуль Кенжебаева. Успехи современного Казахстана тесно переплетены с именем первого президента. Президента нашего государства, Нурсултана Абишевича Назарбаева. Его политической волей, мудрой прозорливостью, огромным желанием сделать Казахстан экономически сильным и демократическим государством. С именем президента страны казахстанцы связывают стабилизацию и модернизацию экономики страны, повышение качества и стандартов жизни народа Казахстана. В преддверии Дня первого президента лучших сотрудников отметили грамотами от лица департамента. Подвели итоги конкурса рисунков. Дети работников юстиции изображали на бумаге Казахстан своими глазами. Самые маленькие гости департамента за свое творчество получили подарки. Ирина Камышова, Бауыржан Алипов, Павел Спиридонов, Первый Карагандинский.